Пошли мурашки, учитывая то, что я это все видел. Ну и вот вам, дорогие друзья, и стартовый состав команды «Амкал». Левшук слева, Барес, еще два центральных, Феликс справа, Маврин Сипскана играет в центре, Прокоп над ними, ну и впереди слева Чуш, справа Майк и спереди Витя. Ну что ж, дорогие друзья, команда «Амкал» будет начинать с центра. Витя Блатов произведет первое касание мяча, и с этого момента начнется, наконец-таки, противостояние не в медийном поле, а на футбольном. Ну и что же, поехали, дорогие друзья, 90 минут увлекательнейшего матча. Займется, я думаю, команда «Амкал» в ближайшие минуты. Быстрый гол забить было бы неплохо. Так, а там какой-то стык моментально, да, я так понимаю? Ну, Витя... Так, там сразу что-то начинается. По-моему, Крапивнику прилетело по ногам жестко. А, ну, это вот как, колено, это как я вот с Германом столкнулись колено в колено буквально на той неделе. Те самые 70 миллионов? Да, те самые 60 миллионов. 70 уже? Ты добавил им десятку, пока мы готовились к матчу? Ну, у них разные цифры тоже. Вот смотри, опасный момент сейчас. Блять. Ой, нельзя мат. Ну, чуть-чуть, разочек. Извините, пожалуйста. Хотел обратить внимание на том, что уже трое игроков из «На спорте» разминаются. Подожди, тут опасный момент. Передачка в штрафную, Витя Блатов! Успокоиться. Мы успокаиваемся вместе с вами. Скамейка на связи. Фел разбирается на фланге и... Это не Фел, это Вася. Это Вася, отличная подача. Вася, фланга. А ты видел с центра, какую сначала на Фела дал? А и кто вот ошибся? Кто отдал передачу неточную? Это же Дмитрий Тарасов. Ну, посмотри, голевая. Как Витя на классе убежал. О, боже мой, как защитничку. Я на тренировке в Красноярске. Боже мой, Витя, как ты хорош. Это же угол головы, действительно. Да, простите за такой врыв в эфир, дорогие комментаторы. Это Фин и Фил только что были на связи. Тут, в общем-то, вся скамейка присутствует. Да, господа, вам привет из чуть выше позиции. В таком матче очень важно было забить первыми. И сейчас, я думаю, «Амкал»... Ой-ой-ой! «Амкал»... Федя развлекает публику. Не знаю, насколько это было специально, но у «Амкала» плюс... Ну что же, здесь нарушение на Василии Маврине. По ногам сзади текилу ему ударил. А вот и познакомился. Ну, раз Александр не знал никого из команды «Амкал», кроме Германа, Прокопа и Майка. Ну вот сейчас познакомился с Васей Маврином, который отдал голевую передачу. И вот сейчас познакомился еще с его ногами поближе. Конечно, ударил сзади. Не самый хороший мув, но... Ну как-то прям, да, текилу... Ой, ай-яй-яй, шипами прямо... О, блин, когда... Он буквально вернулся на поле на предыгровую тренировку. Его Чуш опять отправил в лазарет. Но сегодня он на поле, как видим, все готовы играть, все хотят и заряжены играть в таком крутом матче. Даром в итоге команда «На спорте» провела и практически половину первого тайма. К слову, Вася Маврин на кромке поля прямо сейчас стоит и уже готов войти в игру. Но здесь розыгрыш! Ой-ой-ой, какой сейф от Федора Маслова! Фединьо для сейвито! Ну, это действительно довольно, Федя, да подбадрится, команда, собрались, блин, говорит Федос. Как мне нравится наблюдать за сейвами Федора. Я надеюсь, не будет сегодня сейва головой Федя, и какой лицом. Какой великий, какой. Я надеюсь, он будет страж. Отбивать только руками. Так, что-то там игроки, опять же, между собой в штрафной площади выясняют. Так это мог быть. Или Левшук, как самоотверженно! И здесь Виктор Блатов снова. Но прайм-кипер на месте. Ой-ой-ой, Майк. Главное держать спокойно, себя в руках. Спокойно. Ну, кстати, здесь уже начинается у нас потасовочка. Поехали, самое интересное. Кто там? Что у нас медленно в Коп ММА перерастает чужой, этот футбольный матч? Чужой, текила главных. Чужику палец в рот не клади. Как только дай повод, чужой сразу будет есть. Хэй успокаивает Васю. Бара разговаривает. Так, ну что у нас, Тарасов? Удар от текилы. Не точно. Мяч у Тарасова. Ой, какая передача. Хорошая передача, 2 на 1. Выходит, и хорошая передача. Майк, рвать. Миша, успеет или нет? Неудачная передача, но и на дальнюю просит Газгольдер на голову. Дай на голову, Газгольдер! Делима!
красиво. Болельщики на спорте, думаю, сейчас восхвалили его. Нет, Лима хорош. Спору в этом никакого нет. Очень техничный игрок, очень крутой позиционный. Вот, и к слову, кстати, если Газгольдер или Майк сегодня забьют голы, у них приготовлены перформансы. Я не буду говорить, какие, но... Да потому что сам не знаю, откровенно говоря. Слушай, ну, мне Даня Крапивников тоже сказал, что если он забьет, у него что-то приписано. Ну, Даня, не знаю, появится или нет. Я вообще его, честно говоря, не вижу даже еще на кромке Миша поля. Прокоп у него тоже заготовлено празднование. Ребята, да. Тут все готовы, реально. Я думаю, видишь, они играют много у них и штрафных, и угловых, постоянно подачи. Я думаю... Забил, не знаю, честно. Это Володя XXL вышел на рандеву с Евгением Спириговым. Это не Володя, это Комис. Только вышел. Комис подсказывает. А, Комис? Да. Это Комис забил, это не Володя. И уже не уже. Да, Жук, Олег, спасибо. Да, Женя только вышел, поменял Федоса и пропустил под ногой. Я думаю, что вратарская ошибка очень обидная. И сейчас будет в два раза интересней. Первый 100%. Тайм, какой мы наблюдаем, 1-1, 34-я передача минута. Передача какая, да, какая это передача? Это Комис, да. Решил момент, слушай, да, решил, кстати, момент. Ну, ой, какой неудобный. Не в угол, не в угол, да. Потом будет разбирать этот момент Евгений. И Баром пытался заблокировать этот удар, не получилось. Ну что, 1-1? Хорошо сыграли. Ну, но, да, когда принимал, ну, он увидел. Прям, да, ой, ай-яй-яй. И теряет мяч. Сейчас можно провести контратаку, если будет удар. Мимо. А, угловой удар. Бара все-таки блокирует. Он буквально вернулся, да, на поле, слушай, на подигровую тренировку. Его Чуж опять отправил в лазарет. Выносит мяч. Агаса. Газ борется. Ой, хорош, хорошо продлевает. Хорош, как? За что? Что? Офсайд? А за что офсайд? За что офсайд? Нет, да. Мы что-то ничего не поняли. Может быть, повтор? Был ли там вне игры? Я вот вообще не понял, где здесь было вне игры. Повтор? Нет. И где? Очень странный момент. Где вне игры бокового? Да, возможно, сорвал гол. Так, Реф, ну подошел сюда. Посмотри. Ой. Вообще не было офсайда. Вообще не было. Мы фу, тоже офсайда сняли. Ау. Главное, чтобы мы определились. Хорошо. Сегодня. Я думаю, в основное время решится победитель. Подача от Сени. Ну, ой, плохая. Нет, никого, плохая. Никого, да. Хотел на дальнюю штангу, но не получилось. Первый тайм? Первый тайм, дорогие друзья. Ты не хочешь, чтобы в какой-то момент все развернулось так, чтобы люди просто рубились друг против друга? Я имею в виду драку. Ой, блядь, это гол! Это... Чего я каждый раз, когда я подхожу к этому интервью, вот так происходит? Это снова Комис! Ну, поздравляю, что? Ты выйдешь сегодня? Выйду, выйду. Ну, ждем тогда. Сос бы меня не поменял из-за желтого. Он видел, что разгорячился. Последний вопрос. Главное, что Комиса его выгнали. Но вот сейчас он вернулся. Не угоняли, нет. Комис принимал. Да по-братски, какая разница, выгнали или выгнали. Он два забивает Амкалу, ребята. Сюда он фамит. Понял, ладно. Да уже все, они свалили с нас. Что? Потому что... Ну это просто настоящая Лига Чемпионов. Как они начали радоваться всей командой, выбегали на поле. Ну и надо похвалить действия нападающего. Комис просто разобрался, на грудь принял левый. И правый, и левый он умеет забивать, дорогие друзья. Да, кстати, с двух ног осталось головой забить. И как это по-футбольному называется, честно говоря, не помню. Но стоит отметить, да, что на 47-й минуте только тайм начался. Первая атака от Наспорти. И остается у кого? У Наспорти в центральном круге. Попытку здесь грязно-грязно немножко Вася сыграл. Придержал за плечо. Поэтому будет, конечно же, Саша Текила разминается со своей тренером по физподготовке. Девушка его разминает. И сейчас, возможно, будет замена от Наспорте в течение 5 минут. Поменяю, так, а там опять какая-то, возможно, стычка устал. У нас на кромке поля. Кто-то с кем-то... Сип. Сип, Делима. Ну вот непонятно, с кем конкретно. Йоу-йоу-йоу. Газ там еще. Как вам хорошо все видно? Блин, мне тут не так хорошо все видно, как вам. Дрон летает. Сип сканер что-то на ОПКу очень обозлен. В шук стреляю. Зачем вы лезете, ребята? Успокойтесь, судья все решит, и зачинщики конфликта тоже должны уже угомониться. 47 тысяч. Ну что, наберут они 50? Блин, я думаю, наберут спокойно. Так, ну что, по-прежнему Газ выясняет Дельмой отношения. Видимо, есть вопросы друг к другу. Да, спасибо, спасибо, Дима, как всегда, шедеврально. Ну а в это время Амкал, попытка здесь, и у Чужого будет прямо сейчас! Какой сейф!
как же кипер-то на спорте хорош оказался, да, на ленточке среагировал на этот момент. Футбол на первом месте. А положение вне игры-то нет, передачка, Гасилин, Гасилин, решить момент надо, Лешенька! Что ты делаешь? Как же ты завозил здесь, ворота в другом Лешечка! Месте. Так, ну что, надеемся, Краб-младший действительно оправился от шока. Хорошая подача на Тару! Фол нападения. Или это, да, фол, да. Давать просто. Да, сразу же в три центральных. И здесь уже и по флангам Опа. Идет. И Сеня. Брак в приеме. Так, ну. Сеня не смог принять элементарную передачу. Сейчас аут. И снова на спорт. Да, не видно нападающего Амкала в последнее время. И в итоге, да, здесь на спорте Тарасов просто один. Владеет преимуществом. Так, защита на месте. Финита выбивает небрежность. Что было? Нужен повтор. Мы увидели только просто, как Вася лежит на поле. Что произошло? На спорте просто в шоке. А судья попросил врача Амкала вмешаться в игру. Негодуют, да. И зрители на трибунах тоже негодуют ножками. Повтор смотрим, что было. Топчет. Вася идет в борьбу с Димой. И тут что? Наверное, наступили. Опять игрок на спорте. Ой-ой-ой, пытался там. Ох, на самом деле. Ой, как жестко. Ой, а что это? А что это он делает? А что это такое? Что это делает товарищ Тарасов? Уже ногами там в воздухе пытается, не знаю. Насколько это... Нормально. Меня так научили. Все хорошо. И с Витей Блатовым они повздорили. Ничего не скажет? Ну там реально же, ну типа это желтое как минимум. Посмотри, он продолжает играть. Вот там прямо сейчас смотри, вот активно. Это... Вау, все. Так, Раб, вот так плечом скидывает на Комиса, Комис будет удар, снова нет. А походу нет, походу плечо в плечо. Ну и требуют все, чтобы было пенальти, но пенальти РФ не назначает. Будет розыгрыш, и Делима покатит вправо. А, нет. И это удар. Момент. Крученый, смотри, не на колбол. Намертво. Олег. Можете лично Олегу написать, ой, здесь Вася Маврин плечом сыграл. Зачем? То, что мы так любим. Васе Маврину не надо отвечать. Просто. Ну, Володя, зачем? Все плесить руками. Зачем? Все полетели. Вася успокаивает просто все. Володя стоит около судьи. И вроде бы успокоился. Потом! Все! Нет, ну что себе позволил Володя? Толкнул в шею. Просто неспортивное поведение, это как минимум желтое. Насколько его провоцировал Вася, возможно, тоже желтое, но, блин. Драка? Или что это? Не-не-не, не думаю. Васю Маврину пытаются охладить 96 человек. Поэтому, я думаю, в принципе, им это удастся. Ледогенератор на поле быстро. Сектор лед на барабане. Желтая карточка для Володи XXL. Так. И желтая карточка для Васи Маврин. Вася идет разбираться. Иди сюда, говорит. Не, ну... Вообще, страсти кипят. А куда большой человечек вышел? Он только что выиграл отбор и решил с Васей пойти успокаивать его или что? Непонятно. Зачем я вы выходите? Я бы с такой шевелюрой ребята, не подставлялся. Пожалуйста. Вернитесь на скамейки. Зачем вы там не нужны? На поле есть 11 игроков одной команды, один другой судьи. Они все разберутся. У меня горит с этого. Что делают пацаны из Наспорта? Что это? Провокации, какой-то цирк. Держи меня, типа, да? Не, ну если по такому человечку внесут удар, я думаю, там уже улыбаться можно до конца жизни. Вот, поэтому лучше. Я успокоился. Ну тогда что, играй тогда. Может быть и 10, как в последнем матче, да, у нас Лиги Чемпионов. Челси с Реал Мадридом. Вот. О, да. А, нет, прошу прощения, это Челси Атлетико было. Вот, да. Там было добавлено 10 минут или что-то около того, или 9. Сибыч лезет так, желтая карточка игрока на спорте. Алексу желтая. Я, честно говоря, уже сбился, сколько желтых. Сколько желтых, да, посчитайте, я интересно. Я думаю, ну, штук 10 набралось. 60 тысяч тем временем нас смотрят. Куда объяснил пойти Володе, Вася Маврина, что он с ним готов сделать. Стас выигрывает. И что, здесь газ смог замыкать? Ай, продлевает. Нет, Тара на месте. Если бы не Тара, я думаю, газ бы завершил атаку.
И снова через защитника. И здесь может... Не хотел. Стал сразу заняться. Ну, по инерции просто влетел. Дабы не вскипели страсти, но было очень жестко. Извиняется, он извиняется. Сослан, пожалуйста. Давайте смотреть. Связи. И ждать еще одного голика. Стас подливает. Ну что же, здесь гангольный рай, что ты, как? Он волосами или чем? Почему не головой? Лобом. Да он просто не смог продлить. Ну не знаю, хватит ли время. 2-2, и этот матч продолжился, но, блин, что-то не складывается. Так, Сеня Левшук выбивает мяч не совсем туда. Бизекс отыгрывает Володя XXL. Получает по ноге Сипскана. И штрафной. Опять же, да, нарушение в центре поля. И разыграет опять мяч. Опять Володя возмущается. Осталась минута, говорят. Ну что, это решающий штурм ворот от команды Амкал. Или что, завесушка на дальнюю. Здесь Газ борется. 28-й номер опережает. И это что? Положение вне игры? Офсайд. Это вне игры. И там Газа просит успокоиться. Да, Стас Сычев. И ударили в голову, по-моему, да, Газу, если не ошибаюсь. Все. И это все. Финальный счет этого матча. На спорте. На спорте оказались сегодня сильнее. Я думаю, болельщики на спорте точно этого ожидали. 100%. Но, ребята, опять же, огромный респект Сослану Гатагову, который подготовил команду к этому матчу. Хороший футбол показали они. Да, что-то не получилось у Амкала, но этому поспособствовали игроки на спорте. Да, объективно будет сказано, что сегодня игроки, ну все игроки команды на спорте смотрелись чуть более командно, было больше мыслей, было больше каких-то действий. За это не стоит осуждать, я думаю, зрители, ну опять же, да, зритель адекватный должен сказать спасибо команде на спорте за более конструктивную игру. Амкалу есть над чем работать. А теперь давай вернемся к началу матча. Ты помнишь этот момент, сколько ждали игроков на спорте? Да. Это да, все повлияло, да. Все повлияло, и где-то даже не футбольные моменты, а вот такие. Такие вот психологические игры сыграли момент, и Амкал проигрывает. Это правда. Ну и еще, конечно же, много разговоров будет после финального свистка. Будет много претензий друг к другу команд. И вы нас сейчас видите, кстати, друзья, пусть мы и далеко. Вот там такая маленькая кабинка на трибунах. Ребята, мы посмотрели крутой матч. Да, мы можем говорить очень много, что футбола нам не хватило. Но, ребята, 3 гола было забито. Давайте ими насладимся. Ну и, конечно, победа на спорте. Вот они бегут и 10, ищут болельщиков, наверное. Они думают, третий тайм сейчас? Не знаю, что, может быть, тренировка началась, но очень рады. Очень рады. Следующая тренировка. Как будто выиграли турнир. Нет. Насколько важна была для них эта победа? Ну, 100%. И опять же, ребята, болельщиков, конечно, не хватает. Извини, Гер, что переблю. Да-да. Блин, конечно, сейчас с болельщиками было намного бы круче. Мы поздравляем на спорте. Браво. Это победа, так скажем, знаешь, она, вот правильно бы эпитет подобрать, она вырванная. То есть она прям выгрызана. Зубами. Вот. Но, похоже, что-то в медийном футболе происходит в эти секунды. Мы видим господ на заднем плане. По-моему, это команда Тудроц. И сейчас... Давайте мы объявимся сами. Дай Даня, скажет. Ребят, мы хотим с гордостью сказать на всю Россию то, что Даня Тудроц! Он дома! Самая медийная команда в России, Крафт туда возвращается. Мы уничтожим на спорте, мы уничтожим Амкал, мы возьмем медийную лигу. Тудроц! Правда, хотел, короче, забить и показать, но не получилось. Просто выключили из игры. Ну все, короче, я возвращаюсь в Тудроц, если коротко говорить. Тудроц сердце. Вот. Вот так. Ну а на спорте с победой.